Обновленный современный культурный очаг. В поселке Береза после капитального ремонта открылся дворец культуры «Сатурн». 50 миллионов рублей было направлено на реконструкцию и оснащение. Участие в торжественной церемонии принял глава региона Николай Меркушкин. Новый современный очаг культуры, так называют жители поселка Дворец Сатурн. Этого события здесь ждали долго. За 48 лет это здание ни разу не ремонтировалось. Все коммуникации были изношены, из-за чего здание неоднократно закрывали. Участие в госпрограмме по развитию культуры в Самарской области стало спасением. На реконструкцию оснащения из областного бюджета направили порядка 50 миллионов рублей. Здесь можно проводить любое мероприятие самого высокого уровня. Ну и сама вот, скажем, подходы к Дому культуры, это все подтверждает, что такие уголки у нас должны быть, их должно быть как много больше. Я хотел выразить слова благодарности всем, кто принимал участие в этом. С праздником вас, успехов вам, добра, благополучия и новых таких праздничных дней. В этих стенах уютно, как дома, для всех коллективов. Это настоящий подарок. Теперь у каждого есть свой уголок и все, что нужно для творчества. Работы приходят, и вот сначала места не было, а сейчас вот у нас замечательно такое красивое, просто обалденное. Да, очень красивое. Мы теперь никому не отдадим. Очень приятно, конечно, спасибо вам большое. Все работники ДК и те, кто здесь занимается творчеством, жители поселка. Многие из них пришли сюда впервые за многие годы после закрытия и остались довольны. Есть возможность передать знания юным талантам. Любовь к культуре, любовь к жителям Самарской губернии. Вот результаты такие подарки. Впереди следующее открытие. У нас же пламя мы еще открываем. Вот. У нас еще много впереди открытий, то, что связано с культурой. Поэтому хорошие подарки, радостно. Здесь не только поют, но и танцуют. На новом паркете в «Сатурне» есть множество ансамблей, оркестров и молодежный театр. Они уже репетируют новые спектакли на новой сцене. Для всех сельчан этот день останется надолго в памяти. Ничего не жалеть для людей. Ничего не жалеть. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий, новости губернии.